Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании Купи-салон. Меня зовут Алексей Короновецкий. Я сегодня расскажу вам о том, как в автомобиле Камаро, Шевроле можно в таких крутых спортивных креслах, в такой фантастически брутальной американской манере выполненной машине установить всего-навсего одну маленькую, но очень важную функцию пневматической поясничной опоры. Дело в том, что кресла, чем более анатомичные, профильные, спортивные, тем они менее универсальны. И, конечно, не каждый человек с разными фигурами, мы все, слава богу, может с комфортом передвигаться в таком автомобиле долгое время. И даже у молодых начинает затекать и болеть спина. Решения для этого два. Это установка пневматической поясничной опоры. А я напоминаю, что эту систему мы разработали и производим полностью самостоятельно. У нас есть отдельный плейлист, посвященный этой услуге. Вот здесь вы найдете ссылку. Но также и функция пневматического восьмиточного трехпрограммного массажа. И если поясничная опора работает в статическом режиме, то есть надувается одна из двух подушек, и они за счет перетекания воздуха могут создавать давление либо выше, либо ниже, таким образом меняя профиль спинки и делая более эргономичной анатомию этого кресла, соответственно, поездку и посадку более комфортной, удобной, физиологичной. Ну а касательно времени, это занимает у нас буквально 2-3 часа. Пожалуйста, приезжайте для такого автомобиля, мы можем исполнить проект по установке подобных систем достаточно оперативно, быстро. И мы рады, что такой необычный автомобиль и его владелец к нам обратились для того, чтобы решить проблему, в прямом смысле боль клиента с затекающей и устающей, болящей спиной. Я надеюсь, что вы не сталкиваетесь с подобными проблемами, но если вдруг уже приходилось ощущать некоторый дискомфорт во время долгих простаиваний в пробках или просто при дальних поездках, то не стесняйтесь обращаться в нашу компанию. Компанию Купи-салон. Мы с радостью установим такую функцию. Все телефоны, все контакты, стоимость, возможность записи и время записи можно узнать, связавшись с нами по телефону в конце этого видеоролика или в описании к нему. Ну а следить за тем, как именно выполняются все эти работы, можно, подписавшись на наш канал, кликнув на колокольчик и, конечно, в наших аккаунтах в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Будьте здоровы! Пока!